Групп, подтвердила правила игры? Да, самое главное – захватить ядерное оружие, чтобы это не стоило. Как с французской полицией? Если бомба взорвется, то будут обвинять Россию. Тогда миллионы погибнут. Несколько мертвых полицейских – ерунда по сравнению с этим. Соломон – долбанный псих. Даже после того, что случилось, все равно хочет реванш. Соломон может быть и псих, но отлично знает, чем он хочет быть в сожалении своей цели. Дима, ты помнишь, последний раз мы здесь были по Триумфальной арке, могилы неизвестного солдата? Помнишь, что ты сказал? Что если бы были люди, люди осознали, какого здесь у меня оказанного мир. Да, сегодня несколько человек узнают о том, что мы сделали для человечества. Понимаешь, я все время думаю об этом. Меня это мучает. Но я себе это стараюсь подавить. Приблизимся к Евремекс-обмену. Мы в зоне поражения от фондовой биржи. Дима, зажигаем IP-блокиратор. Соломон не сможет активизировать ядерный чемоданчик с настроения, если мы будем в близости от него. Вот они, мы приехали. Вот здесь. Готовься. Помни, в ядерный чемодан не стрелять. Он может повредиться, распространить энергию. Все готовы? Давай, жми на газ. Давай. Пошли быстрее. Меня! Через автопарк. Вниз на уровень 5, потом вверх по лестнице. Давай влево. Давай, молодец.
задумываются в помещении. Кто знает, Это важно. Нам главное найти ядерный чемодан. Хорошо. Через тот проход там должны быть ступеньки. Мы должны держать его за стеклом в радиусе. Он подстрелил!
Ну, ё-моё, шевели! Ты, двигай! Загнать его сюда, когда мы его захватим, понял? Безопасен это? Что за херня, блядь?
Это же пустышка, это не ядерное оружие, бля. Топор лечь ему, где факел?